Всем привет! Канал Скрафти, Лаки Варс, играю. Давайте облутаем Лаки Блокчик. Вот так вот, вещички, дерево выпало. Лучочек, откидывание, нормально пойдет. У нас как-то раз припасики есть для него. О, бронечка. В самый раз, конечно, бронечка нам подошла. Откидыш попался. Тот взорвался у меня прямо рядышком. Ведьма появилась, не отравляй меня. Тот лазит там, облутывается. Мы мечочек сделаем сейчас и пойдем дальше. И мы его сейчас убьем, походу. О, касочка еще была у нас. Касочку забыл я здесь. Эй, а где он? Где, кстати, он? Я его не вижу почему-то. А, вон он где-то обутывается, застрял там. А вот и убили его. Остался один игрок только. И мы его должны найти обязательно. Обязательно должны его найти. Идем на дерево и продолжаем его искать. Где же он прячется-то от нас, а? Иду на центр и попытаюсь там облутаться и найти годные вещи какие-то. Угодил я в ловушечку. И пытаюсь из нее как-то выбраться. Yes, я выбрался, у меня получилось. И остался один игрок только. Нам надо покушать. Покушаем давайте. И у нас победа. А за что засчитали победу там? И это было все. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока.